Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи. Сегодня у нас в преддверии полуфинала Евро 2020 сборной Италии против сборной Испании. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит. Ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте начинать. Центра поля. Эту встречу начинает сборная Италии. Поехали. У нас 5-я минута. Первая подача в штрафную. Попытка удара Чиро Иммобиле, но испанцы спокойно отбиваются и пытаются выйти в контратаку. Подача в штрафную. И вот уже Альваро Моратта борется за мяч. Но на сей раз защитники сборной Италии смогли выбить мяч подальше. Навязывают борьбу, но испанцы сохраняют мяч и идут в новую атаку. У нас первый штрафной на 14-й минуте. Аккуратный розыгрыш, решили не пробивать сразу по воротам. Здесь сохраняют мяч. Испанцы, прошел удар и в итоге угловой. У нас середина первого тайма, сборная Испании стала больше владеть мячом. Итальянцы пока что играют на своей половине поля, ждут моменты, ждут ошибку соперника. И пока у нас, ребята, 0-0. Опасный выход сборной Испании, это Альваро Моратта переводит направо Ферран Торрес. Пытался подать штрафную, но в итоге до партнеров мяч не дошел, и атака закончилась ничем. У нас близится концовка первого тайма, и пока что особо опасных моментов не было. Очень здорово действуют обе линии обороны. И вот сейчас сборная Испании отбивается. Пошла подача в штрафную на Чиро Иммобиле. Итальянцы не смогли поразить ворота. И арбитр ничего не добавил к первому тайму. Начинаются вторые 45 минут. Пока что игра довольно равная. И команды пока не смогли забить. Но, возможно, во втором тайме мы увидим забитые голы. А если нет, то ждет нас дополнительные два тайма, возможно, из серии 11-метровых ударов. Удар по воротам в дальний угол. Но здесь, мне кажется, Донарума все-таки контролировал мяч. И если бы удар оказался чуть более точным, то итальянский голкипер бы потащил. Этот удар, по-моему, Ольма попытался закрутить. Неплохая попытка, но гола нет. У нас 57-я минута. Сборная Испании заработала право на угловой. Пошла подача, и Донарума играет кулаком. Еще одна атака сборной Испании. Снова Ольма пытался пробить, но здесь встречают его защитники сборной Италии. И остается чуть больше 15 минут. Моратта, удар по воротам. Донарума на месте. Сборная Италии пытается организовать финальный штурм. Получится ли у них забить в оставшиеся минуты? Здесь хороший подкат. И в итоге арбитр фиксирует положение вне игры. Или нет, нарушение правил со стороны линии атаки. В основное время команды победителя не выявили. Нас ждут два дополнительных тайма по 15 минут. Передача на Чиро Иммобиле, тот штрафной, бьет по воротам. И уже в игру вступает голкипер сборной Испании. Хороший момент итальянцев в самом начале первого дополнительного тайма. И вот небольшое волнение футболистов сборной Испании. Еще одна подача, и снова голкипер сборной Испании забирает мяч намертво. В первом дополнительном тайме чуть активнее были итальянцы, но пока счет по-прежнему 0-0. Если в ближайшие 15 минут команды не смогут выявить победителя, нас ждут 11-метровые удары. 115-я минута. Кьеза сейчас с мячом. Передача на Ди Лоренцо. Пытаются итальянцы что-то предпринять еще в атаке в эти оставшиеся минуты, но пока сборная Испании отлично отбивается. Еще один по штрафной, и снова вратарь играет на выходе уверенно. В основное время команды не забили, смотрим серию 11-метровых ударов. Инсини подходит к мячу, итальянцы бьют первыми. Один-ноль. Дани Ольма. И Донарума тащит. Второй удар сборной Италии. 2-0. Ферран Торрес и перекладина. Это Чиро Иммобиле, третий удар сборной Италии. И мяч в сетке. Альваро Моратта.
И снова Донарума спасает. Испанцы в нашем прогнозе не смогли забить ни одного гола в серии 11-метровых ударов. Сборная Италии в нашем прогнозе побеждает. Вы, друзья, пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.